Школьники и студенты в ожидании главной елки Ненецкого округа, губернаторской. В этом году она будет проходить 3 дня подряд – 20, 21 и 22 декабря. Ожидается, что новогодний праздник посетят 240 ребят со всего региона. Это отличники учебы, а также те, кто добился значительных успехов в области спорта и искусства. Первыми на губернаторской елке побывают старшеклассники и студенты. Для них она пройдет уже 20 декабря в 19 часов в детско-юношеском центре «Лидер». На следующий день на новогоднем празднике смогут побывать ученики начальной школы с 1 по 4 классы. Елка для малышей продолжится в деловом центре «Арктика» в 10 часов утра. По такому же сценарию только уже 22 декабря пройдет новогоднее представление для школьников средних классов. Развлекательная программа начнется в 18 часов там же, в культурно-деловом центре «Арктика». В управлении образования Ненецкого округа сообщили, для учеников из Заполярного района, которые будут проживать в гостинице «Нринмара», будут организованы культурные программы. Они посетят библиотеку, музеи, выставки, кинотеатры, Ледовый дворец «Труд» и многое другое.